Здравствуйте, дорогие друзья! Мы покажем вам маршрут от Турмалиновской до Текучева. Если вы помните, мы там ходили с депутатом еще, осматривали. Депутат делал депутатские запросы. Что-то было сделано, что-то было не сделано. Мы это все покажем и дальше будем думать, что с этим делать. Да, проверим, насколько крутые пандусы или не крутые. Посмотрим. Крутовато тут. Это первое препятствие. Нам его не починили, этот полупандус. Он ненормативный здесь, очень высокий перепад. Да. Это второй пандус. Нам его не сделали. Мы видели, что тут плитку пытались переложить, но он по-прежнему ненормативный, очень высокий уклон. Пандус можно было бы сделать вот тут чуть дальше. Вот Денис здесь съехал, попробуй развернись и заедь обратно. Не, я не заеду на него, не заедешь? Мне надо помочь. Ну вот, то есть вот этот вот пандус необходимо исправлять или сделать рядом с ним, там чуть дальше, там можно ниже сделать намного, на месте газона, и будет хорошо. Вот эти оба пандуса на этой и на той стороне от железной дороги принадлежат РЖД. То есть РЖД должны заниматься доступной средой в этом месте. Депутат к ним обращался, но пока здесь недоступно. Чем еще плохи такие пандусы, что на нем тебе надо контролировать коляску. Если съезжать с этого пандуса, то можно обжечь руки, потому что надо очень хорошо контролировать обруч. И если у тебя, например, загорят руки, то ты отпускаешь коляску и можешь упасть. Сейчас будет, наверное, очень много машин. Хотя сегодня суббота, я буду быстро заезжать. Ну, в принципе, да, он такой. Можно, конечно, бы не хватает ручек, но можно... Не хватает поручней. Не хватает, да, вторых поручней. Нет. Можно, в принципе, за эти штуки дергать, но это... Они же не предназначены такого. Ну, как бы, да, такой приемлемый. Конечно, лучше, чем вот это вот непонятно что. Перила шириной 90 сантиметров. Это минимальный норматив, то есть положено от 90 делать поручни. И если велосипедиста поведет в сторону, если он съедет, он может удариться о перила, и тогда он должен затормозить. То есть на высокой скорости здесь гонять нельзя. Значит, меня в сторону повело, в сторону, все, я упал и ударился. То есть здесь надо очень аккуратно спускаться и ни в коем случае не ударяться о поручни. Кроме вот этого вот пандуса-гиганта, нам сделали пешеходную дорожку. Вот здесь вдоль завода. Нам с Денисом, конечно, удобнее объезжать по дороге, потому что вот этот выезд пожарный, ровный, гладкий, никаких перепадов высоты тут нет. Единственное, что тут постоянно паркуются машины и могут этот выезд занимать. Надо что-то придумать. Да, они может там быть, загораживают выезд, сейчас даже поедем. Может быть, тут еще одну полусферу поставить или разметку нанести, чтобы хотя бы вот метр здесь был бы свободен. Мы бы тогда здесь обходили. Вот. Если здесь свободно, мы, конечно, обойдем. Но давай пройдем по дорожке, которую нам сделали. По-моему, дорожку сделали неплохо. Ну да, такую, скверик. Давай. Тут как бы мы съезжаем. Вот, и прикольно было бы, если бы он был вот так прям параллельно. Чтобы ты вылетал отсюда и не влетал в ступеньки, а сразу как бы по инерции. Вот здесь раньше было правильно, здесь пандус был вот тут. Старый. Он не очень хороший угол у него был, но он позволял тебе заехать сразу же на новый пандус. А они сдвинули
пандусы. И получилось так, что ты въезжаешь в ступеньки, когда спускаешься. Да, если бы было бы параллельно, то по инерции можно было бы как бы не терять. То есть, если бы они были напротив друг друга, эти пандусы, было бы лучше. Было бы намного легче, да. А также я вот не пойму, почему-то эти самые перила, они почему-то выше. То есть они. Как это выше? Ну они вот, смотри, они прям. Ну, тут та же самая проблема, не сделали перила внизу для тебя, ну, как, да, как на том нету. Пандусе. Здесь, похоже, нигде не сделали перила внизу. А вот тут опять, смотри, вот если, например, я сюда забираюсь, да, и мне надо проехать туда. Тут я никак не проеду, потому что вон тут понаставили. Это даже в субботу. Видишь? Ну, вот как? Так надо будет объезжать. И, то есть я заехал сюда, смотрю, тут никак. Как я сейчас поеду туда, смотреть, как там. Там опять будет что-то. И придется опять скакать по плиточки. Серьезное препятствие, дорожка из плит. По нормативам для тротуаров, если тротуар делается из плит, щели между плитами должны быть не больше 1 сантиметра. Вот в данном случае щели огромные, туда может легко провалиться колесико инвалидной коляски. На велосипеде вон, а дальше там самокат, видите? Мама с ребенком. Естественно, ехать нельзя или очень-очень неудобно. Нам ответили, что эту дорожку отремонтируют к 2025 году. Так, ну здесь опять, здесь не сделали, а там кусочек. Здесь очень интересное место. Дело в том, что парк поделен между ДГТУ и РНИИРС. Это земля федеральная, город к ней отношения не имеет, но он ДГТУ свою часть сделал дорогу в этом году. По-моему, прекрасная дорога получилась, там только лавочки осталось поставить и все. А вот этот вот круг и вот эта дорожка относятся к РНИИРС, наверное. Ну, это очень хорошую сделали дорогу. Тут была очень разбитая дорога. Но тут еще осталось сделать вот этот круг, потому что аллея внезапно обрывается, и хороший асфальт становится плохим. Ну и дальше вот эта наша дорожка с плитами, по которой мы ходим. Итак, Денис, скажи, пожалуйста, что мы видели, что нам понравилось, что нам не понравилось? Ну, что мы видели? Мы увидели пандусы через переезд, которые меня не устраивают. То есть они там очень крутые. С одной стороны он крутоватый, с другой стороны очень крутой. Я с него и заезжать я на него не могу, а съезжать с него, конечно, опасно. Вот. Потом мы видели, что нам РНИИРС построил целых 3 пандуса с поручнями. Ну, правда, они такие, как бы, еще не хватает дополнительных поручней для колясок там и для чего-нибудь еще. И то, что они как-то расположены, вот 2 пандуса там, если бы они были расположены друг напротив друга, то можно было бы по ним съезжать, не теряя инерцию. То есть съехал, заехал так. А то так съезжаешь, получается, упираешься в ступеньки или еще куда, надо тебе поворачивать. Вот. Ну, в принципе, пандусы неплохие. Можно съезжать и заезжать. Еще, конечно, не знаю, почему они не могут решить с этой парковкой. Там 2 предприятия, НИРС и прокуратура, понаставлено машин, так что нельзя проехать в парк нормально. Надо ехать, объезжать по плиточке. Вот. Ну и в ДГТУ хорошо сделали дорогу. Осталось нам плиточку сделать, которую нам обещали до 2025 года. Да. А вот этот круг в центре парка, асфальт,
убрать парковку, хотя бы там поставить бетонные блоки, чтобы можно было пешеходу пройти там по краю. Ну да, сделать хотя бы пешеходный какой-нибудь проход. Вот. А вот с этими, как его, с путями РЖД разобраться, потому что РЖД нам не сделали пандусы. Вот. А те пандусы, которые сделал РНИРС, ну мы так визуально видим, что они узковатые, это во-первых. Хотя вроде бы там по нормам минимально допустимая ширина 90 сантиметров, но велосипедист может легко удариться о поручень и свалиться. Поэтому я видел, велосипедисты не пользуются этим новым пандусом, а ездят по старому или по ступенькам. Ну, хорошо, не все. Я съезжаю, но надо иметь, да, надо осторожно очень съезжать, если хочешь съехать по такому пандусу узкому. Если еще есть вопросы к углу наклона пандуса, но вот по сравнению со старыми пандусами, конечно же, это гораздо лучше, чем то, что было. Да, постарались. Денис теперь может подниматься сам нормально.